Приветик, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный. И сегодня наша долгожданная игра, про которую вы думали, я забыла. Но на самом деле я о ней отличненько помню. Это Машинариум. Там такие загадки, что мне прямо даже страшно, что я их не смогу отгадать. А вот и она. Давайте попробуем все-таки что-нибудь здесь поделать. Итак, в прошлый раз я как бы пробовала, а ему нужно кое-что скрутить. И мне мои подписчики подсказали, что скручивать нужно из бумаги. Но для того, чтобы скрутить, мне надо что-нибудь такое этакое достать. И мои подписчики мне говорили, что мне нужно скрутить одну круточку. Только трава у меня, понимаете ли, мокрая, и поэтому ее нужно немножечко просушить. Так, погодите, я-то взяла траву, но мне же нужно, чтобы мой человечек дошел куда надо. А как мне тут подняться? О, знаю точно. Вот так вот поднимаемся и даем траву. О, отлично, смотрите, мы ее подсушили. Вот теперь у нас получится все, что нужно. Итак, комбинируем и отдаем. Эй, человечек, а мы так просто отдать не можем, да? Ладно. Так, нам стоит подойти поближе и отдать то, что мы имеем. Ну, подходи поближе. Что, больше не можешь подойти? Эй. Ну, вижу, что ты хочешь. Сейчас мы тебе это отдадим. Держи. Опа, а ты нам вместо этого что-нибудь другое дашь? Спасибо. Ну, спасибо. Ой, а зачем нам эта рука? Ребят, что с ней делать-то? Я что-то не понимаю. Так, погодите. Вот точно знаю, что краник нам нужен для того, чтобы... Для того, чтобы, может, тут что-нибудь включить, нет? Нет, кажется, здесь нам ничего не надо включать. Так, а что ж делать-то? Рука, большая рука. О, с большой рукой, я думаю, мы сможем дотянуться куда-нибудь. Так, опускаемся вниз и начинаем тянуть. Так, подожди, нам нужна большая рука для этого. Итак, где она? Вот она. Держи. Вот так. Отлично, тянем. Ой, смотрите, кажется, они нас боятся. Так, а что же мы здесь можем ею дотянуть-то? Ладно, что-то у нас не получается. Ну, боятся они, ну и ничего себе! Вот это протянули, дотянули. У нас же следующая комнатка открылась, представляете? А вот это мы не можем подтолкать. О, мы швабру можем достать, смотрите. Так, швабру забираем. Так, понятно. О, смотрите, достали швабру. И что нам теперь с этой шваброй делать? А куда нам идти дальше-то? Что-то я не пойму. Может быть, нет. Наверное, нужно совместить швабру вместе с вот этим вот ключиком. И наверняка что-нибудь получится. О, смотрите, получилось. На, держи. Ну, держи. Может, ты держи. По-моему, никуда сюда она больше не делась. Люк, поглядите. Это как ключ для люка. Смотрите, мы сейчас откроем люк. Точно, вот это да, вот это круто. Ну и что, мы теперь можем спуститься? Да, мы можем спуститься. А куда нам идти? Так, погодите, может быть, мы здесь можем что-то открыть? Давайте попробуем, нет? Вообще сюда не надо. Ладно, пойдемте в другую сторону. Надеюсь, что там нам повезет больше. Ну давай, роботик, ну давай. О, мы куда-то прошли, ребята. Ой-ой, тут что-то темно и страшно. Может, там не стоит слишком далеко двигаться? Так, погодите. Темноте, тень-то какая. Ага, нам нужно еще раз воспользоваться нашим ключиком. Вот так вот. Тринь-тринь-тринь-тринь. Ой, смотрите, мышка-дорожка. Куда она нашу швабру утащила? О, кажется, швабра нам не понадобится. А это кто такой? Ой-ой,
Что это такое? И что он собирается делать с этими малышами? Это какой-то противный робот! Он решил сбить одного... О, он нас сбил. Кажется, это мы и есть. Он собьет нас рано или поздно. В общем, он нам враг. Вот что показывает этот мультфильм. Так, ну а что же делать-то? Вылазить. Я боюсь, что он нас схватит. Надо от него как-то избавиться. Так, надо схватить шарики. Ага, если мы схватим шарики, он сразу же нас увидит. А он нас не должен видеть. Что же здесь делать-то? И как назло, у нас не осталось ни одного предмета. Так, погодите. А если... Нет, нельзя. Он нас увидит. Так, а если мы возьмем... Нет, шарики тоже брать нельзя. Что же делать-то? Так, погодите, ничего не понимаю. А, мы должны забрать шарики, когда он нас не будет видеть. Вот прямо сейчас? Нет, сейчас он нас увидит. А сейчас? И сейчас он нас увидит. Так, а может пистолет у него как-то забрать? Нет, не получается. А, что такое делать-то? Я вообще не знаю. Может, ножку стула как-то? О, смотрите, мне кажется, мы могли бы схватить его за ножку стула. Да, он... Нет, сказали, что если я буду трогать стул, он нас тоже увидит. Что же нам делать? Да, ничего не получается. Если я вылезу, он нас увидит. Он нас везде увидит. Может, нам стоит дойти вот сюда и там что-нибудь взять важное? Нет, кажется, наш робот ничего не может здесь взять. Вообще ничего. Что ж, придется хоть что-нибудь пробовать. Вот сейчас. О, смотрите, а теперь можно забрать шарики. Опа, опля. Это надо было просто делать вовремя. Так, а дальше-то что? Дальше мы выходим и быстро-быстро продвигаемся. Эй, ну побыстрее можно? А, погодите, нам надо сюда, нам надо вырасти, нам надо побыстрее вырасти. Так, погодите, вот так, ой, нет, так мы слишком медленно вырастаем. Давай. Ну же, ты куда возвращаешься? Ты, куда ты идешь? Почему ты спрятался? Что-то я не понимаю. Я бы хотела туда зайти, что я не успеваю, что ли? Ладно, давайте попробуем еще раз. Вот так вот, отлично, забираем шарики, замечательно, он уходит, и надо очень быстро сориентироваться. Так, сразу выпрыгиваем, ну же, наверх, и вот сюда. Давай. Может, нам что-то здесь надо делать? Нет, он не хочет возвращаться. Погодите, а что же нам делать-то? Ладно, давайте обратно возвращаться, я даже не знаю, я боюсь, что я ничего не могу придумать. Так, подождите, значит, нам наверняка что-то нужно такое особенное. Только что? Ага, я вижу, что! Это же ключ! А этот ключ от чего? От вот этого механизма. Нам нужно забрать ключ, пока он нас не видит. Так, забирай шарики. Отлично. А теперь давай иди, а мы ключик заберем. Та-ра-па-па-па-па-пам. Давай, выпрыгивай, ну же. Скорее. И за ключом. За ключом. О, вот. Смотрите, кажется, получилось. Так, но нам придется еще разочек подождать, пока он вернется. И он обратно пойдет, соберет все себе шарики, а мы откроем вот этот механизм. Надеюсь, у нас хоть что-нибудь получится. Так, нам надо от него еще разочек избавиться. Вот так, упал. Шарики забираем вовремя. Шариков нету. И теперь он уходит. И мы уходим вот прямо вот сюда. И двигаемся, ну же, к трансформатору, бегом, иначе он нас схватит. Так, вот сюда, ну же, открывай трансформатор. Ну что ж ты стоишь? Вот, нам нужен ключ, погодите, ключом открываем трансформатор. Вот, куда ушел? Ты куда? Кажется, мы не успели. Ладно, попробуем еще разочек. Ребята, это вообще очень сложно, вообще нереально. Так, раскачивайся давай скорее, мы тебя еще раз...
толкнем, шарики заберем. Так, уходи давай. А мы выйдем, сразу выходим наверх и к трансформатору. Так, только сразу, ну же! Ну что ж ты стоишь-то? Не вовремя нажала. Вот так, теперь двигаемся сюда. Отлично, поближе, поближе, поднимаемся вот так вот. Берем отсюда ключик и открываем. Ну же, открывай, открывай скорей. О, отлично, еще раз открывай. Нет, ай-яй-яй, он уже уходит. Кажется, он чувствует, когда это должен повернуться. Что ж, мы одну открыли. Придется открыть еще и вторую. Надеюсь, ключ подойдет. Интересно, что там за трансформатором? Ну-ка, давай еще разочек. Забираем. Отлично, выходим. Нет-нет-нет. Давай, уходи уже отсюда. Уходи, вот так вот. А мы выходим, опа, и к трансформатору. Сейчас пробуем еще раз взять ключ. Только вначале мы подрастем. А мы можем еще немного пройти? Нет, не можем. Ключ, где же ты? Давай! Давай, 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 открывай еще один замок. Ты зачем закрыл его? Открыть, надо открыть. Куда ты пошел? Слушайте, а что, один только замок надо закрывать? Ладно, я попробую еще раз. Кажется, опять болтушка сделала все не так. Что-то я ничегошеньки не понимаю в этой игре. Давай, опа, отлично. Теперь ждем. Ой, он обратно встал, неправильно сделали. Я думала, что нам надо... О, вот так. Молодец, забираем шарики. Ну же, выходи уже, выходи отсюда. Нам нужно то, что мы не сделали до этого сделать, и причем очень быстро. Давай, вот прям сюда. Ну-ка, ключ, 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 иди сюда, ключ. Ну где же ты, вот ключ. Забыла я его поднять, забыла. Ну что ж, давайте попробуем еще раз. Выглядывай наверх, ну чего ты сидишь? Вот сейчас, лап-па-пам. Отлично, забираем шарики. И дальше будем двигаться как следует. Ты готов? Я готова. Ой, нет, не сейчас, не сейчас. Да что же я делаю-то? Давай, 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 давай. Выпрыгивай. Вот так. Идем сюда. Отлично. Вырастаем. Ай, замечательно. Берем ключик. И вот этот вначале открываем. Вот так. И берем еще раз ключик. И ключик берем еще раз. Не получилось. Надо будет еще один раз прыгнуть. Ну-ка, давай, приятель. Я уверена, что с той стороны нам тоже нужно все пооткрывать. Раскачивайся уже скорее. Я держу тебя за ножку твоего стульчика. Отлично. Забираем. И пошел, пошел, пошел. Ну, пошел уже. Ну, давай. Ну, я уже на выходе. Ну же, скорее, скорее, скорее. Так, выпрыгиваем и идем вот сюда. Так, надо главное вырасти, не забыть и сделать все быстро. Вот так, ключик. И нет, 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 вот этот вот, вот. Отлично, давай. Ну скорее же, ну открывай. Отлично, убегай, 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 убегай. Ну же, убегай. Ну убегай, убегай скорее, а то он сейчас обратит на нас внимание. Так, а если я тебе дам... Ой, надо же было рассыпать. Куда? Почему ты не рассыпаешь шарики? Куда? Куда? Надо было рассыпать шарики. О-о, кажется, они попались. Нет, я что-то сделала не так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то я сделала не так. А, почему не рассыпались шарики? Может быть, сейчас? Нет, кажется, не сейчас. Он опять все повыключал. О, нет! У меня опять ничегошеньки не получилось. Что ж, я пробую делать все сначала. Ну что же, у меня ничегошеньки не выходит. Давай, иди, роботик. Мы надеемся вместе с моими подписчиками, что у меня все-таки хоть что-нибудь получится. Ну же, быстрее, 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 быстрее. Вот так, отлично. Ключик. Замечательно. И первую открываем дверцу. Может, успею следующий ключик взять? Ну, пожалуйста. Ну, вторую. Вот так. Давай, давай, давай. Скорее, скорее, успеешь. Отлично. Сразу две открыл. А теперь убегай. Убегай, убегай, убегай. Шарики. Где же вы, шарики? Ну же. Ну, шарики. Ну, пожалуйста. Ну, вот так. Давай. Почему нет? Почему он не хочет их рассыпать прямо сейчас? Что ж такое-то, а? Так, вот здесь вот они светятся, но, к сожалению, не удается их рассыпать. Наверное, я все-таки с шариками не могу совладать.
быстренько, но почему не получается, я до сих пор понять не могу. Да что ж такое-то, а? Так, опять он выключил этот проклятый трансформатор. Придется мне начинать сначала. Давай, возвращайся, робот, на место. Я опять тебя дерну за вот эту штуку. Давай. Ну, раскачивайся уже, ну же. Вот глупый робот. Или эта болтушка совсем глупая, что у нее вообще ничего не выходит. Так, ты готов? Надеюсь, что готов. А-а-а, не вовремя, не вовремя, не вовремя, не вовремя. Вот сейчас вовремя, только долго. Эх, это будет долго, и это будет обидно, если опять ничегошеньки не успею. Так, одним ключиком открываем. Сейчас пробуем еще раз, и вторым ключиком. Нет, не получилось. Ладненько, давайте еще разочек. Возвращайся, капитан, может быть, на этот раз получится. Просто он слишком быстро вернулся, и эти слишком быстро пошли. Может быть, он так и должен несколько раз садиться на этот стульчик. Что ж, попробуем еще раз. Уходи, я уже тут наловчилась и все вроде бы сделала правильно. Теперь выпрыгивай и давай быстро, 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 ключ. Так, ключ на готове. Ой, зачем же я ключ взяла? Так, возвращаемся, выравниваемся, ключ. Ну ключ же, где же ты? Вот, открываем. И сразу шарики. Берем шарики. Шарики беритесь. Ну шарики, ну же. Вот. Ничегошеньки не выходит. Почему не выходит? Шарики, нате вам шарики, не? Не хотите взять мои шарики? Ничего не получается. Но почему? А если высыпать шарики заранее? Я надеюсь, что-нибудь получится. Ой, забыла. Так, погодите, я думала, он на шарики упал и очень испугалась. Так, шарики забираемся. Отлично, у меня теперь еще одни шарики. Надеюсь, что он не подскользнется раньше времени. Или я не упаду раньше времени. Так, давайте мы подойдем куда-нибудь вот сюда. А, я боюсь, что я сейчас шлепнусь. Нет, я не шлепнулась на собственные шарики. Ну что, я глупая, что ли, какая-то? Я ничего плохого не сделала. Так, открываем еще разочек. Вот так. Нет, не получилось. Ну, ничего страшного. Мы подождем еще чуть-чуть. Вдруг у меня получится, и он не увидит шарики разбросанные. А, он действительно ничего не увидел, представляете? Значит, у меня сейчас все должно получиться. Так, опа, отлично. Забираем еще шарики. У меня теперь их целая толпа. Вот тебе на. Так, давай. Иди уже поскорей. А мы быстренько выпрыгнем и идем вот сюда. И берем, конечно же, ключ. Нет, вначале мы вырастаем, а потом берем ключ. И вот сюда его направляем. Ну что ж, открывайся и быстренько сбегай назад. Пожалуйста, только побыстрее. А то он сейчас как развернется, то он тебя схватит. Вот, отлично. Теперь идут вот эти. Они решили убежать. Так, аккуратно. А, супер! Я сделала все правильно. Так, а теперь я могу пойти? Ой, нет, еще не могу. Они куда-то ушли. А теперь могу. И что же мне делать? Надо заглянуть в этот трансформатор. Я могу его открыть? Ну, хотя бы как-нибудь. Так, погодите, я ничего не могу толком сделать. Ладно, если я туда не могу пройти... А теперь-то я на своих шариках подскользнулась. Ну давай, ну открывайся, трансформаторик. Почему он не открывается? Ладно, на шариков я подскользнулась, а сейчас я могу сюда пройти. Кажется, могу. И где это, интересно, я оказалась? Ой, это, кажется, не то, что мне нужно. Так, погодите, а как же мне обратно-то? Я не хочу обратно туда идти. Я не туда зашла. Ладно, а здесь я могу что-нибудь сейчас сделать? Нет, неужели не смогу, ребята? Как же так? Что нет, туда мне не надо, да?
Ладно, я знаю, что туда мне не надо, но я надеюсь, оттуда никто не вернулся. Вернее, туда-обратно никто не пришел. О, действительно не пришел. Давай поскорее ползи, а тут точно сейчас придет. Он пока их ловить-то начнет. Ого-го-го-го-го-го. Так, поскорей. Вот, выпрыгивай и двигаемся вот в этом направлении. Так ты ходишь как-то гораздо быстрее. А если мы сюда подниматься будем? Ну, пожалуйста, ну что ты не поднимаешься-то? Вот, нам вот туда, вот. Мы можем туда пойти? О, смотрите, мы можем туда пойти, классно! Так, погодите. Ой, мамочки, я зашла, но здесь как-то все не очень. Мне что-то здесь совершенно не нравится. Так, здесь краска какая-то, может мне ее взять? О, на всякий случай возьмем. Нет, банка мне это совершенно не нужна. Часы что-то тикают. Может мне туда наверх подняться? Давай, поднимайся. Посмотрите, какой телескоп. Давайте в него поглядим. Ну-ка, что там происходит? Что, темно что ли? Что, ничего не видно? Эй, я не хотела заглядывать в телескоп, в который ничегошеньки не видно. Что это такое? Куда это я заглянула? Эй, верните меня обратно, пожалуйста. Эй, да, что-то я не туда зашла. Ладно, будем искать здесь внизу. Может быть, тут что-нибудь есть? Нет, кажется, здесь ничего нет. Зато мы можем стучать. Вот это здорово. Да, что-то мне это совершенно не нравится. Здесь вроде бы ничего нажать не можем. Только вверх пойти. А может быть, мы вот здесь что-нибудь можем сделать? А ну давай, проходи мимо. Нажимай на кнопочку. А что это? Ой, друзья, а что это? Так, погодите. Мне наверняка нужен вот этот самый трансформатор. Но как его открыть? Что-то я не понимаю. А ну давай, выходи поскорее. Будем искать с тобой, как открыть трансформатор. О, молодец, вышел, а то я уже испугалась. Давай вот сюда вниз. Сейчас нам нужно найти, как открыть трансформатор. Так, вот так, мы можем его открыть вот прямо сейчас? Открывайся, пожалуйста. Ну что ж ты не открываешься-то? Чуть ничего не видно, ни кнопочек никаких, ничего. Так, а может быть есть какой-нибудь другой механизм? Так, приятель, давай-ка выйдем вот сюда. Здесь вроде бы ничего нету, дверь закрытая, может быть, вот здесь вот. Эй, дверь открывайся немедленно. О, а это что такое? О, смотрите, это кнопки 5, тут меняется все. А как здесь поменять? Ага, какие-то кнопки. Погодите, где мы видели цифры? Только в часах. Может быть, там на цифрах и есть код? Это как код времени, смотрите, там электронное время, а здесь время обычное. Ну-ка, давай, постучимся немножечко, выходи поскорей. Ну-ка, вот у нас время. А что мы делали? О, точно, мы на кнопочку нажимали. Ну-ка, побыстрее, поднимайся аж наверх. Сейчас мы будем с тобой на кнопочки нажимать. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Нет, туда мы смотреть не будем, там какой-то явный завис. А здесь... Итак, у нас без 15, ой, еще раз нажми, без 15:05, вроде бы как, точно, еще раз давай посмотрим, без 15:05, это значит 4:45 по электронному времени. Ну что ж, иди вот сюда, мы с тобой сейчас наберем 4:45, надеюсь, у тебя получится. Давай, роботик, давай, нам сюда вниз надо. О, и там должно наверняка что-то получиться. Мы сможем вскрыть этот трансформатор при помощи этого замечательного механизма. Ну-ка, включайся поскорей. Ну-ну-ну, подходи, вот так вот. Итак, у нас 7, 8, 9. Так, у нас 2, 3, 4. А здесь у нас будет 45. Ой, не в ту сторону, наверное, ну ладно. Бо, мы наберем. Мы с вами очень быстро с этим справимся. 3, 4, 5. Во, вот так. И что? Включили. Представляете? А что это мы включили? Может, нам сюда зайти надо? Ой, ты где? Ого. Вот это да. Вот на самом деле, где скрывался механизм. А как вообще здесь это делается?
Стоп, погодите, вот вертушка какая-то. Ага, понятно. Мы должны сделать так, чтобы все зеленые кнопочки оказались на зеленом месте. Ой, а как это сделать-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это надо уметь. Погодите. Что-то я пока что ничего не понимаю. Так, зеленый цвет. И крутим, крутим, крутим. Ого, это сложно, ребята. Это вот тут три зеленых. Ага, это вертится вот эти вот три зеленых. Слушайте, это реально очень нелегко. Так, а как же эти повернуть? Это будет вращаться вообще что-то не то. Мне надо, чтобы вот эти зеленые стали на место. Ну-ка, 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 ну-ка. Раз и два. А теперь сюда. Так, надо просто крутить, вертеть, и наверняка какая-то комбинация точно подойдет. Вот здесь вот почти. Ой, ну, наверное, в обратную сторону его закрутить. Так, еще раз, погодите. Раз, два и три. О, да, это, конечно, сложно. Так, а крутиться должно вот это колесо, чтобы тут все поменялось. А если здесь будет оно крутиться, тут тоже все поменяется. Ох, друзья, это сложно. Так, вот здесь вот три. И здесь нет, 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 нет. Мне нужны вот эти кнопочки. Но они же перекрутят все на свете. О, смотрите, у меня осталась одна кнопочка. Как же ее вернуть-то? Даже не знаю. Может быть, как-то вот так вот. Нет, что-то мне не нравится этот ход мысли. Сейчас опять запутаюсь. Вот так. Вот так. Я даже не знаю, как эту одну кнопочку вернуть. Нет, так не получится. В другую сторону вот так. А ну-ка эту. Нет, так тоже не получается. В другую сторону. Кажется, у нас получилось, и мы отсюда что-то забрали. А дальше-то что делать? Ума не приложу. Ну вот, вышли мы, понимаешь ли. И что дальше? Ничегошеньки непонятно. Может, нам уже выходить пора? Может быть, тут что-то пооткрывалось? Может, мы это открыть сможем? Ну-ка, открывайся. Нет, кажется, это простые провода. И здесь больше ничего не показывают. Ладно, пойдем наверх. Попытаем счастье там. Так, давай. Опа, открывай. Пошли, пошли, пошли. Так, и наверх, наверное. Слушайте, мне вот эта вот банка покоя просто не дает. Может, надо было ее куда-нибудь запустить? Нет. Кажется, это просто банка, которая не имеет никакого смысла. А вот этот телескоп, хотелось бы увидеть, что там есть интересного. Ну-ка, давайте заглянем еще разочек. Нет. До сих пор темно и ничегошеньки не видно. Ну что ж, раз телескоп такой темный, мы вышли на улицу, представляете? Вот это да! Вот это местность! И куда нам здесь идти? Может быть, в другую сторону? Может, нам надо аж туда? Ну-ка, где мы? Ой, какая-то симпатичная дамочка. Надеюсь, что она со мной подружится. Ведь путешествие у нас было очень-очень длинное. Вот я вырос и почти стал, как эта прелестная леди. Друзья мои подписчики, подсказывайте, что мне здесь дальше делать в этом замечательном, красивом машинариуме. Потому что я сама, кажется, совершенно не справляюсь. А еще не забывайте подписываться на канал «Суперразвлекательный» и жать колокольчик. С вами была Болтушка-Веселушка!